И в продолжение темы. Площадь лесов в Сузунском районе составляет 218 тысяч гектаров. Это примерно 70% территории всего района. Какие меры предпринимают в местном лесхозе, чтобы не допустить возгораний, выясняла наша съемочная группа. На экране компьютера, как на ладони, лесные массивы вокруг Сузуна. Дальность обзора 30 километров. 30-кратное увеличение. Все это в режиме онлайн. Диспетчеры признаются, работать стало значительно легче. Ведь камера видит малейшие признаки начинающегося пожара. Наблюдаешь, сидишь, не отрываясь. Если видишь, что задымление, вычисляешь азимут, смотришь градусы и по карте определяешь квартал. Сообщаешь вот директору, либо начальнику, и они уже отправляют бригаду. В Сузунском лесходе все готово к опасному весеннему периоду. Технику отремонтировали. Осталось загрузить оборудование хоть завтра в бой. Директор лично проверяет готовность каждой машины. Как заводится, все ли системы исправны. Функции нового лесопожарного центра будут намного шире. Специалисты смогут следить за обстановкой в нескольких районах. Министерство природных ресурсов уже купило еще 7 единиц новой техники. На все машины установят спутниковую систему слежения ГЛОНАСС. Сейчас подбирают персонал. Шофера, трактористы и плюс пожарные бригады. То есть группы, которые будут быстрого реагирования выезжать на пожары. Начальник авиабазы приезжал к нам, то есть он проводил собеседование, людей подбирают. То есть к началу пожароопасного сезона формирование будет сформировано полностью. Еще одно нововведение этого года – спутниковые телефоны для связи с пожарными бригадами. До этого работники использовали рации и сотовые телефоны. Однако такая система часто подводила. Новое оборудование закупят уже к началу лета. Светлана Соколова, Илья Чалых, новости УТС.